А нет, тут мы ехали. О, да! А в прошлый раз, с первого раза сюда заехал. Держу. Обойду я. Да. У Саши это супер затычное место. Все разы, что мы тут едем, он всегда падает на этом прямом, вообще прямом месте. Надо же сесть в ревна. Ну ты красиво, я тебя заснял, как ты тут. Слушай, Руслан, перестала камера включаться, когда нажимаю. На камере стоишь. Радуешься, что старого человека объехал, да? Да радуешься, я вижу твое лицо. Давай, Саня. Ну а где это вокруг? Сейчас что-то будет. Ну, засемнаешь, ну. О! Кипел, пока инициаторов не было. Они работают сейчас? Да. Работают? Их сейчас не работают. Или они... И он А я заехал, Макс. Нормально. Сань, заедь еще раз. Сань, попробуй сюда. Помочь?
Бля, всю задницу отбил уже. Так ты заранее говори. Стой! Саша, ну... Так он легкий, капец! Ах ты гад! Бля, как мне это объехать? Что мы, по-моему, тут не ехали в прошлый раз. Да ты гонишь, как на минчике эту херню проеду. Итак, божу. Батарейка есть у меня там хоть? Да, мало. Чего? Не. Ты? На жопу садись и газу, Сань! На жопу садись! На самый хвост и газу, и ты подъедешь! О! Ух ты! Я сам! Да ты гонишь! Ты шо, сбрендил? Ты не переедешь так, ты же понимаешь. Откатись назад, и больше газа. Ух ты! Я там почти сам проехал. Я чуть-чуть его за хвост только вытолкнул, когда он начал буксовать. А теперь на хвост! Сань, отъедь назад! Что это такое? Что это, бля, за погибель какая-то? Такое-то место гибели людей. У меня вычаток случился только что. Как, бля, тут пролазить? Три бревна, Саня! Три бревна, да!
Давай, Сань, пробуй. Сцепление начинает. Давай, попробуй. Саш, там выхлопная же, ё-мо. Бля, какой он легкий, это просто капец. Минчик бы уже придавил так, что охереть было бы. Ну что вот делать? Что мне делать тут? Можем перетащить. Сейчас, подожди, слишком жесткая хуйня. Я сам случайно повернул, мне понравилось. Ой, случайно он повернул. Я так заехал, смотрю, ты березы мы не ехали, а мы надо было сюда поехать. Не бой! Русик, иди ты переезд. Максим, хочешь тут переехать? Максим въебался сейчас лицом, без очков, ёл. Бля, я тут был, да? Носу заебало. А хули вы, блядь, очки не одеваете, блядь? Я рад, что глаза целые. Нос тоже вроде целый. Очки, блядь, надо одевать, а не кататься, блядь, потекла, по лесу. Это, блядь, я говорю, что это будет эпичное, ну. Ты снять? Да. Красава. Ты смотришь офигенно с этим мотиком, блин. Вообще, блядь, я ж под него форму покупал. Что, на глазах тут есть что-нибудь? Я снял. Надо это подкрутить. Болтик потеряется. Короче, пусть я не знаю, как ты это сделаешь. Ух ты. Ну, бля, для меня он... Ты он такой легкий, кажется. После этого дракона. Назад надо как-то немножко. Контент X250. Бля, офигеть просто, Руслан. Монстр. Капец. Что, сейчас наверх, что ли? Да. Давай объедем. Спасибо, Серега. Попадание! Ща будете. Вот он был. А, бля, Руслан, прости! На скорости.
ходом надо. Правильно, на гонке тебе никто не поможет. Заня, ты как тюлень только что ногой пытался. Я, блядь, не мог эту сторону перевеситься никак. Да, проблема в том, что там очень скользкий грунт, и я ногой не могу нормально стать. Та же хуйня с левой стороны. Но. Помочь? Нет, так а зачем газовать? Я там, где боюсь, я его глушу. Фух. Падают. А я, блядь, тут мучился, мне зажало ногу между этими. И я все, и не...
Саша, осторожно. Я в прошлый раз тут упал. Бля, передача нейтральная включилась. Левую руку я не могу, сцепление. Пальцы сводят. Я вообще даже толкать не могу. Перестань его, наверное. Куда? Я не смогу завести. Руслан. Да? Короче, мне судороги не дают. Нормально ехать. Щиток, Руслик. Красиво! Сюда скатываешься и вот отсюда вас стартуешь. И все, главное, чтобы у тебя инерция была вперед, и ты сам туда. Yeah.
Я выше! Помочь? Надо было вот тут ехать. Не знаю. Фара целая? Фара. Бля, жалко. Даже пленочка была. Жалко, жалко. Давай за ручку. Подумай. Я тут застряну в левой. По правой? Да. Ну я по левой по ширине не прохожу.